30 сентября по Измаилу разгуливали суворовские чудо-богатыри. Их появление на проспекте Суворова вызвало немало изумления у горожан. Но храбрых воинов это нисколько не смущало. Дружной колонной они прошли к мемориальному комплексу Вечного огня, отдали честь павшим воинам. Затем направились в кафе «Фуршет», где испили хмельного вина. На самом-то деле это был вишневый сок. За угощение они расплатились старинными купюрами. Появление странных клиентов в магазине торговой сети «Копейка» вызвало неадекватную реакцию со стороны работников заведения. Во всяком случае, охранники заметно нервничали. Но гренадерам все было нипочем. Они веселились и шутили, купили себе провизию и продолжили путь к памятнику Суворову. Много нашлось желающих в праздник сфотографироваться с историческими персонажами, которыми оказались студенты факультета экономики и информатики Измаильского гуманитарного университета. Организовано театральное шествие было сотрудниками Дома культуры имени Шевченко. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».